Всем привет! На связи Федор Васильев. Мы продолжаем с вами изучать КМС WordPress, урок номер 27. Давайте продолжим изучать WP Security. Переходим с вами в настройки, вкладка. Здесь, на этой вкладке, у нас есть такие возможности. Отключение функции безопасности. Если вы видите, что какие-либо плагины перестали работать из-за активирования функции безопасности, воспользуйтесь этой кнопкой, чтобы все эти функции отключить. Ну, если какие-то проблемы, что-то не работает, да, мы можем вот здесь вот отключать. Также отключить все функции Firewall. Вот здесь ниже у нас есть возможность включить от, отладку для данного плагина. Переходим с вами на следующую вкладку .htaccess файл. Здесь мы можем прямо отсюда сделать, э, сделать резервную копию файла .htaccess. То есть получается, не забегая в корень нашего движка, или там через FTP, мы можем прямо отсюда создать и скачать резервную копию именно этого файла. Ниже мы можем восстановить файл HTX из резервной копии. То есть кликнув на кнопку, да, загрузить сюда с компьютера, то есть данный файл. И нажать на кнопку «Восстановить файл -Texas». Далее мы с вами переходим на вкладку wp config файл». Здесь тоже есть возможность создать и скачать резервную копию файла. И также кнопка восстановления. Переходим на вкладку WP-версия info. Очень важный момент: вот здесь в описании написано: VP-генератор автоматически выводит информацию о текущей версии WordPress. То есть, вот, вот эта версия да, то, что у нас здесь показано. Вот. В специальном мета-теге в секции head. То есть, это в коде человек любой может просмотреть. И желательно это скрывать. И вот тут удалить мета данный ВП генератор Обязательно ставим галочку и сохранить настройки. И также есть здесь вкладка импорта и экспорта. Данная секция позволяет вам экспортировать или импортировать все настройки Ally One VP Security. Это может быть удобно, если вы используете одинаковые настройки на нескольких сайтах. То есть здесь все мы настроили в плагине и можем экспортировать настройки, переместить эти настройки на другой сайт в этот же плагин. Да? То есть через эти вот же опции на другом сайте можно все настройки одним разом загрузить. То есть это очень удобно. На вкладке настройки мы с вами разобрались. Переходим ниже администраторы. Здесь мы с вами уже все делали. Это тоже самая вкладка. Соответственно, отображаемое имя, пароль мы все с вами меняли. Следующая авторизация. Здесь мы тоже с вами все настраивали в предыдущих уроках. Дальше у нас регистрация пользователя, активировать ручное одобрение новых регистраций. То есть, если вы хотите, да, чтобы вас на сайте регистрировались, поставьте эту галочку, если хотите, чтобы все новые аккаунты автоматически создавались неактивными. То есть, это такая дополнительная мера предосторожности, так скажем. То есть, смотрите, если мы с вами зайдем в настройки, общие, и напротив членства поставим галочку «Любой может зарегистрироваться», если нам это нужно. Давайте я выйду. На этой странице появится ссылка, вот здесь видите, регистрация, кликнув по которой, человек сможет произвести регистрацию. Да? Так, давайте опять залогинимся. И вот на страницу регистрации мы можем повесить так называемую капчу. Давайте посмотрим, что это такое, как это выглядит. Ставим галочку и нажимаем «Сохранить настройки». Идем на страницу регистрации, Сейчас опять я выйду. Регистрация. Вот здесь появляется дополнительное поле, где нужно ввести значение. То есть боты, которые могут автоматически регистрироваться, они не понимают этого, не могут решить это значение. И в итоге не будет каких-то левых регистраций у вас на сайте. Но я предлагаю вам выбрать другой вариант защиты. Опять сейчас залогинимся. Мы снимаем здесь галочку, нажимаем сохранить. То есть отключаем капчу на регистрации и переходим вот на эту следующую вкладочку. Если мы включаем вот эту опцию, то у нас на страницу регистрации добавляется скрытое поле, которое не будут видеть ваши пользователи, но будут видеть боты. И если это поле будет заполняться роботом, робот же не понимает, и все поля, которые видит, он заполняет. Система будет понимать, что это бот, а не человек заполняет поля и не пропустит к регистрации. Да? Вот такая вот умная система. А человек же не будет видеть это поле вообще здесь. Чем это хорошо, отличие от, кап от капчи, то что, во-первых, человеку неудобно все равно вот эти все капчи. Ему проще, вот чем меньше полей при регистрации, тем лучше. Тем больше шансов, что человек зарегистрируется. То есть, да, вот прям так. Люди у нас все ленивые. Поэтому обязательно здесь на этой вкладке мы ставим галочку и сохраняем настройки. Дальше мы с вами переходим на вкладку «Защита базы данных». Это достаточно серьезно, и здесь нужно быть очень аккуратным. Когда мы с вами создавали WordPress, мы с вами не поменяли префикс таблицы базы данных. Что это такое? Если вы не понимаете, я вам покажу. То есть автоматически при создании WordPress сайта всегда префикс один и тот же. И все хакеры об этом знают. Здесь желательно тоже защититься. Давайте посмотрим в базу данных. Заходим в PHP MyAdmin, вот наша вся таблица. И видите, вот в начале каждой строчки в базе данных подставляется одно и то же значение. VP и нижнее подчеркивание. Это и есть префикс. И нам плагин предлагает и рекомендует это заменить. Но это очень такая ситуация, у нас может сайт перестать работать. Поэтому здесь нужно быть аккуратным. Сейчас мы подстрахуемся. В принципе, мы с вами уже делали резервную копию. Но можно вот прямо отсюда, вот на следующей вкладочке резервное копирование. Видите, есть кнопка создать бэкап-базы данных. Давайте попробуем прямо отсюда создать. Я кликаю на кнопку. То есть вот здесь нам говорится: резервная копия успешно создана. Вы получите резервную копию по электронной почте, то есть ниже можно настроить, чтобы автоматически приходила на почту резервная копия, где мы ее можем скачать на компьютер. То есть, когда, например, наш сайт будет уже на хостинге. Ну, вот по поводу автоматического резервного копирования, вот здесь видите, можно включить автоматическое создание бэкапа. Я бы не стал этого делать. Кто знает, как она сработает, когда база будет большая. Представьте, у вас уже будет около тысячи записей на сайте. От этого база же тоже растет. База будет большой, тяжелый. И как справиться с автоматическим резервным копированием, неизвестно, с большой базой. Поэтому я сразу от этого бы отошел. Я всегда вручную с хостинга делаю копию, резервную копию базы данных. Но пока мы тестируем, мы вот смотрим. И сейчас у нас вот здесь показано, куда у нас произведена копия базы данных. Вот путь до файла. И это сразу в zip файл у нас произведена архивация. Давайте проверим это. Захожу на папку в OpenServer у себя на компьютере. Дальше мы с вами переходим в студию по тому, что у нас написано. Папка Domains, WordPress 1, WP Content и вот эта папка Backup. И вот э, вроде как наша резервная копия. Да? Давайте откроем, посмотрим. Вот наша база данных. Опять же, не знаю, насколько хорошо действительно он делает БК базы данных. И опять же, если будет большая база данных, когда вы сайт уже годами ведете, неизвестно, как э, за счет вот этой кнопки база будет создаваться. Всегда надежно делать базу данных вручную, прямо на хостинге. Зашли, выгрузили на компьютер и все, никаких проблем. Я таким вещам не очень доверяю. Но сейчас сайт у нас маленький, поэтому здесь будем надеяться, что БК произошел успешно. Как только БК произошел, вот я вам предлагаю вот в это поле сразу прописать префикс свой. Не генерировать его автоматически. Давайте попробуем. То есть английскими буквами и с нижним подчеркиванием. Вот здесь вот нам написано «пример». Да, и вот внизу вот этот «пример». Давайте попробуем. Пишу «Федор» и нижнее подчеркивание. И пробуем. Нажимаю «Изменить префикс таблицы». И… Я не знаю, то ли это связано с а, то, что мы сейчас находимся на Open сервере, а не на хостинге, но вот что мы получаем, да? Что резервная копия ваших файлов wp config успешно создана, то есть у нас даже резервная копия файла автоматически у вот этого файла создается, да? Префикс таблицы успешно был изменен, но внизу у нас fatal error валются ошибки какие-то, и вот здесь вот тоже какая-то фигня. То есть, скорее всего, это у нас из-за того, что мы на локальном хостинге. Мы не можем изменить. Если мы посмотрим в нашу базу на Open Server, обновимся здесь, то здесь-то у нас изменилось. Вы видите, да? Федор, префикс, работает. Но сайт, скорее всего, у нас уже не работает. Просто обновляем страницу и видите, что происходит. Если посмотрим сейчас на главную, тоже видите, сайт не работает у нас. Поэтому с этой опцией очень осторожно. Можно, конечно, попробовать это изменить еще на хостинге, но сейчас мы будем с вами делать восстановление базы данных. То есть, смотрите, что мы делаем. Мы здесь в Open сервере в принципе, наш же бэкап есть. Мы просто выделяем всю таблицу и вот здесь вот выбираем удалить. Нажимаем да. Нажимаем импорт нашу базу данных отсюда. Извлекаем. Вот наша база данных, да? И просто я могу отсюда прямо перетаранить ее вот сюда, перенести. Так, у нас идут какие-то процессы, ждем. Должна база загрузиться. Так, вроде база восстановилась, я обновил страницу, вот она загружена. Вп, видите, стоит по-старому у нас. После этого мы можем просто попробовать посмотреть на сайт. Сайт у нас уже открылся, но вот сайт открылся. Мы с вами только базу данных подгрузили из резервной копии. Вот сайт, вы видите, заработал. Да, кстати, у нас уже на 190 уровень защиты. Конечно, уровень защиты будет намного больше, если мы префикс изменим. Но вы видите, что происходит. Не пускает меня сделать изменения, поэтому будем пробовать на хостинге. Я все-таки полагаю, что это связано с локальным сервером защита базы данных. Давайте посмотрим, да. То есть вот мы, в принципе, здесь остановились с вами. Посмотрим предыдущие настройки. Все ли у нас тут есть. Так, здесь галочка стоит, мы делали, да. То есть предыдущие у нас все сохранилось с вами, все, все данные. Тогда мы сейчас пропускаем этот шаг и защита базы данных, да. И переходим в защита файловой системы. Но ну, здесь вы помните тоже, мы с вами уже работали, здесь все просматривали. Дальше у нас идет вот такая вот опция. Эта функция позволяет получить детальную информацию об IP-адресе или домене. Да? Ну, то есть введите IP-адрес или домен и нажмите «Выполнить поиск». Да? Ну, в каких-то случаях пригодится, тут нечего больше сказать. Смотрим с вами дальше «Черный список». Здесь настройки черного списка для блокировки IP-адресов или юзер агента, да. Здесь это интересно. Видите название юзер агента, да. Ну, имя пользователя, скорее всего. Вот здесь вот. Каждый юзер агент прописывается в отдельной строчке, пример. То есть смотрите, какая ситуация по IP, если банить. Вот, видите IP-адрес. Видите один или более IP-адресов и пример, как вводить IP-адреса. Отметьте чекбоксы, если вы хотите иметь возможность банить указанный IP адрес. Почему IP адрес лучше не банить? Потому что у человека может быть динамический IP адрес и он может спокойно зайти, перезагрузив свой роутер и начать там дальше с памяти или чем чем он там занимается, да? И постоянно следить за ним и каждый новый IP сюда вписывать не вариант. Лучше забанить его сразу по логину, вот сюда прописать с новой строчки и он сможет э, сбанить только если произведет какую-то новую регистрацию на сайте. Это уже будет сделать сложнее. Но в, то, в любом случае можно и по IP-шнику забанить его, и по логину. Здесь больше настроек нет. Дальше мы смотрим вкладку у нас идет Firewall. Э, вы помните в прошлых уроках мы с вами Firewall уже настраивали. Поэтому мы его пропускаем. Защита от Bootsforce Force Attack. Тоже очень важная вкладка. Давайте ее рассмотрим. Включите опцию переименования страницы логина. Смотрите, когда мы с вами заходим в админку, мы всегда подставляем вот здесь вот VP админ. И все, кто занимаются взломом сайта, прекрасно знают этот адрес. То есть, чтобы попасть, так скажем, на страницу, вот на эту страницу. То есть это ли VP-логин, VP-админ, Здесь у нас есть ниже возможность а, изменить эту страницу. Опять же, не забываем, если вы ее измените, обязательно где-то это сохраните для себя на компьютере, в том же документе, где у вас, например, пароль от входа в админку, чтобы не потерять эти данные. Давайте сейчас попробуем тоже это изменить. То есть мы ставим сначала с вами здесь галочку, а вот здесь прописываем, то есть вот как будто наш домен, да, а потом какое идет слово секретное, то есть никому его не давайте. Вот здесь вам в подсказочке написано. Ну я напишу, например, Федор. Я точно его запомню. Нажимаем «Сохранить настройки». После нажатия на кнопку «Сохранить настройки» мы поменяли с вами имя, место, vp админ. Да? А у нас показано сообщение. Адрес вашей страницы логина WordPress изменен. Текущий адрес страницы логина. да, И вот показано. Обратите внимание, если до этого была активная защита от Brute Force Attack на основе куки, тогда это Две функции не могут быть активны одновременно. Но мы с вами вот эти куки еще не смотрели. Мы с вами их включать как раз таки не будем. Вот здесь вот нам подсказывают, да? Мы сейчас до, до них еще дойдем. Так, почистим куки браузера с, с сочетанием клавиш горячих Ctrl F5 и пробуем войти в админку с помощью VP Admin. Вот я вы видите, подписываюсь в VP Admin. Нажимаю Enter и вы видите, что происходит, да? Я никуда не попадаю. Если я здесь подпишу Федор и нажму Enter, я впадаю и могу авторизоваться в админку. Так, движемся с вами дальше. Переходим защита защиту от Brute Force Attack с помощью куки. Ну вот о чем и говорилось, мы с вами это пропускаем. Чтобы не было конфликта, да, вот с этой опцией. Дальше капча на логин. Включить капчу на странице логина. То есть именно не на регистрации, а именно на авторизации. Но я это не включаю. Активировать форму капча на, на измененной странице логина. Также не включаю. Дальше WooCommerce. Это интернет-магазин капча для магазина. Мы здесь это не используем, поэтому пропускаем. И настройки капча на странице потерянного пароля. То есть когда нужно восстановить пароль. То есть человек вот попадает на эту страницу, забыли пароль. И вот здесь еще капчу можно повесить. Как бы здесь смотрите, если не спамят вам, то не ставьте кам капчу. Если будут спамить постоянно много-много восстановлений паролей, какие-то странные вещи происходят на сайте, то тогда ставим здесь капчу. Дальше вкладка есть белый список для логина. Так, нам нужно авторизоваться. Так, пишем Федор. Войти. Так, возвращаемся на вкладку Защита. Белый список для логина. Если у вас есть белый список адресов, куда входите вы как админ, здесь можно включить эту галочку и перечислить ниже IP-адреса из белого списка. Дальше бочка с медом, так называемая. Активировать медовые бочки. Да? Включите этот чекбокс, чтобы активировать функцию медовой бочки. То есть вот то же самое, смотрите, данная функция позволяет добавлять специальное скрытое поле на странице логина. Оно будет видно только роботом. То есть давайте тоже включим это вместо капчи, да, сохранить изменения. Так, урок достаточно затянули, ребят. Мы с вами остановились на защите от буртфорста атак. В следующем уроке мы продолжим изучать остальные опции. Давайте перейдем на панель управления и посмотрим. У нас с вами уже 210 защита. Нам нужно дотянуть до середины хотя бы. Мы уже близко у цели. И уже можно спать спокойно, когда эта стрелка будет показывать а, именно на вот до этой планки, да, середина. Или больше. Если больше, то тоже хорошо. На этом данный урок я заканчиваю. Надеюсь, для вас он был интересным и полезным. И жду вас в следующем видео. Пока-пока. Итак, как получить премиум тему для WordPress. Премиум-темы могут получить только активные подписчики моего сайта. Это бесплатно. И это займет всего несколько минут. Для того, чтобы получить премиум-тему, вам необходимо пройти на мой сайт fedorvasilev.ru, адрес который вы сможете найти в описании под этим видео. Если вы не зарегистрированы на сайт, вы проходите в меню вход регистрация, вот здесь. Если вы не зарегистрированы, то вот здесь вот ниже есть такая ссылочка. Еще нет учетной записи, вопрос. Кликаем по ней. Вам нужно пройти несложную регистрацию. Давайте запишем имя. Пишите, пожалуйста, реальные данные. Я записал имя и логин. Пишем пароль. Подтвердить пароль. Далее, необходимо выбрать вот здесь ваши интересы. Ну, если вам интересен только WordPress и вы хотите получить премиум тему прямо сейчас, тогда вы ставите напротив слова WordPress галочку. Обратите внимание, что по умолчанию галочка также стоит на Adobe Muse. Если вам эта тема не интересна, галочку снимаем. Ниже нам остается лишь прописать свой рабочий email. Убедитесь в том, что у вас есть доступ к вашей почте, чтобы вы смогли получить подарок, так как подарок придет автоматически к вам на электронный ящик я прописываю почту подтвердите почту прописывайте то же самое и поставьте вот здесь вот птичку капча защитный код нужно дождаться вот такой вот галочки дальше мы нажимаем регистрация почти все готово после обновления страницы практически сразу вы увидите вот такое сообщение учетная запись для вас была создана на указанный при регистрации адрес электронной почты была отправлена ссылка для ее активации. То есть сначала нам нужно подтвердить, что мы реальный человек и подтвердить адрес электронной почты. Проходим на почту. Моментально приходит письмо с ссылкой для активации вашей учетной записи. Заходим в письмо. Видим вот такое вот приветственное письмо. Здесь также указан ваш логин и пароль. Ниже вы сможете также ознакомиться с другими моими обучающими материалами. Но сначала вам необходимо кликнуть вот на эту ссылку кликаем на нее один раз, вас перебрасывают на мою страницу fedorvasiliev.ru уже вот с таким сообщением. Сообщение. Премиум тема VP, значит WordPress, в подарок. Успешно отправлено по адресу. То есть на тот же электронный ящик отправлено еще одно письмо уже с вашим подарком. Проходим обратно в электронную почту. Заходим во входящие и видим вот такое вот письмо. Внимание! Если это письмо не пришло сразу, подождите 10 минут. Если письма не придет, проверьте папку спам. Если и там его не будет, только тогда напишите мне на почту. Почта также указана под каждым роликом моим в YouTube. Или почта указана на сайте на моем fedorvasiliev.ru. Пишите мне на почту, и я в ручном режиме отправлю вам письмо. Кликаем по письму премиум тема ВП в подарок. И вуаля, вот ссылка на закачку темы, кликайте на нее и скачивайте тему себе. Я вас поздравляю. Теперь информация для тех, кто уже был ранее зарегистрирован у меня на сайте и хочет также подписаться на рассылку WordPress и получить премиум-тему. Что делать вам? Вы также на моем сайте нажимаете вход и регистрация. Если вы уже зарегистрированы, вводите свой логин и пароль, нажимаете войти. Прокручивайте страницу в самый низ. Здесь внизу находите ссылку ⁇ Управление подписками ⁇ Кликайте по ней. Прокрутим чуть ниже. Здесь мы также можем подписаться на любую рассылку, которая нас интересует. В данном случае это WordPress. Вы просто ставите вот здесь вот да. И нажимаете ниже кнопку ⁇ Сохранить изменения ⁇ С этих пор вы будете получать информацию дополнительную, возможно, о выходе каких-то видеокурсов на тему именно WordPress по данной рассылке. И также вам должно прийти в автоматическом режиме после нажатия на кнопку «Сохранить изменения» письмо с данной темой. Опять же, подождите 10 минут, если письмо не пришло, проверьте папку «Спам». Если там нет, тогда пишем на мою почту. Почта также указана вот здесь в подвале. Я в ручном режиме отправлю вам письмо. На этом обучение закончено. До новых встреч, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostic. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент, возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС, 3 года на рынке, молодой хостинг, это очень важно. Онлайн поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник, это онлайн чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.